Это, давай порассуждаем с тобой на тему перекупщика. Да. Просто сейчас все начнут говорить. Вот он стоит. Нет, не вот. На камеру. Некрасиво. Я, ладно, тебя снимать не буду. Ну и вот, пацаны, жизненные обстоятельства заставляют меня, вынуждают меня. Мне все. Я вчера, короче, этот видос, когда выставил, там все начинают писать, короче, давай, бери себе там японца, ипсум, швипсум, пикник, там, о, это было жестко, что-то там, тренером, этот, ну, бери, короче, классную тачку, но жизненное обстоятельство меня вынуждает не покупать хорошую тачку, потому что если я куплю хорошую тачку, она же будет так же стоять, я буду не вкладывать, она не будет приносить никакого результата, правильно? Поэтому я решил вернуться к тому, чем я занимался лет 10 назад, это было давно, и попробовать опять подделать машины. А так как на моем канале самые просматриваемые, кстати, видео про Passat B3, по восстановлению, по обзору, вот, так что, и как ни странно, на рынке до сих пор из старых машин такой, один из самых продаваемых тоже, это B3 Passat, вот я ищу себе теперь такой. И вот, цены на машины говорить не буду, да, дабы людей просто не, как сказать, просто каждый будет читать и думать, а, это ж так легко купить, там, подмыть, продать, там, ну, если легко, каждый берите и покупайте, потому что каждый, кто ездит и смотрит себе машину, хочет приехать, чтобы она была нализанная, чистенькая, там, и кайф, а вы поедете, просто посмотрите, какие они, в каком они состоянии, все до того, как попадают, ну, не все, но многие, до того, как попадают в руки, так называемым перекупом, барыгом. Что для канала? Я думаю, что он универсал, скорее всего. Ну, на седане он тоже стоял неплохо. Но мне не что, пацаны, вот, за 360 машину продают. В таком вот состоянии. Ищем, смотрим теперь. Мне машину. Вот, и сколько сил, нервов вложено в них, потому что даже просто поехать найти машину, это дофига времени, дофига бензина просто и дофига всяких вертиков, а потом еще поиск запчастей, просто сколько потрачено, вот, да, смотря на тебя, я понимаю, сколько потрачено просто труда человека, часов просто не вылазивающих, что даже то, та разница, которую человек зарабатывает, та прибыль, она по сути даже получается небольшая, это просто реально оплачивается труд, вот. Так что сейчас что-нибудь найдем веселенькое и будете лицезреть, смотреть, как это быть перекупом. Не то, что там всякие Джекич, Дубровский, да? Как у него, тачка невозврата называется? Да. Конечно, это слушайте все, кто смотрит Джекича Дубровского. Я понимаю, что он делает шоу, это уже все шоу, но как можно? Конечно, можно заниматься там, короче, там тысячок, чувак, короче. У него свой канал уже там миллионник, грубо говоря. И он вот говорит такой в один прекрасный день, создает шоу. Тачка невозврат называется. Представь, что у меня нету денег. И я начинаю крутиться, покупать, перепродавать. Суть в том, что легко, пацаны, говорить, как бы делать шоу и говорить, что давайте представим, что у меня нету денег. Одно дело, когда я вот сейчас реально продал две машины, ну одну можно считать, даже там денег-то с нее не получил, да, только за Жигули, что там денег, только в магазин сходить. Но, блин, вот считая, я вот вам реальный пример сейчас будет. Я продал машину, и на эти бабки я теперь впуливаю настоящую тачку невозврата. Теперь по-настоящему впуливаешь, по-настоящему находишь, тратишь свое время, тратишь свои деньги. Потому что, опять же, когда ты лицо канала, тебя все узнают, тебе намного легче. Тебе подгонят запчасти, где-то что-то помогут там и так далее. И ты не переживаешь ни за что, если ты ее не продашь, то тебе насрать, тебе бабушки так хватает. Потому что это шоу. А у нас все-таки это реалити-шоу. Все бабки я впуливаю теперь свою тачку невозвратную. Сейчас посмотрим, какая она будет. Вот, нашли машину, посмотрели ее. Сегодня приезжала, она замеряли давление, компрессию, все замеряли. За сколько купил, говорить не буду, я как уже сказал, потому что дабы просто люди разные и не говорили, что много накручиваешь, мало накручиваешь, там, и не буду говорить, сколько заработал. Просто это все делать для того, чтобы вы видели, какие машины продаются изначально, как они подделываются. И опять же, будем смотреть, есть ли смысл подделывать нормально, либо просто приводить в порядок косметический, там, заменять деталюшечки сломанные какие-то, там, намывать, накрашивать и продавать. Все будет видно уже по существу, но все, вы будете все видеть, кроме цен. Цены на запчасти я могу, конечно, говорить, а вот по продаже, по поводу продажи
цену вы тоже можете увидеть, конечно, в колесах, где там что. А именно по поводу покупки цену не буду говорить, дабы, говорю, никого не вводить там какие-то мысли нехорошие. Вот, а так, на самом деле, сегодня мы посчитали и поняли, что все вот эти вот перекупы, как бы, есть, конечно, кто принципиально берет просто хорошие машины, ищет момент, видит, когда выставляются хорошие машины, отслеживают это все, покупают ее, просто наворачивают и перепродают, просто, ну, моют там, не знаю, перепродают. Тут же ситуация другая, мы берем реально машины, которые требуют реально рук, требуют времени, и, по сути, вот сколько вкладывает... Даже наши знакомые, там, да, которые делают машины, сколько он вкладывает просто своих трудов, своего времени, сил там, в эти машины. И то, что он имеет, там, это не сколько прибыль, знаете, от перепродажи, а сколько зарплата просто. Просто зарплата за то, что он работал над ней и трудился. Ну вот, а я вас сейчас познакомлю со своим новым ведерком. Прозовем его так. Пусть это будет Passat B3 ведерко. Белое ведерко. Когда начинаешь заниматься машинами и перекупом автомашин, так сказать, перепродажей, обязательный атрибут твоего дня — это вот блокнот, чтобы записывать туда все убыточки и все убытки. Первое вложение. Passat еще не оформили, но когда у тебя нестандартные номера, приходится покупать квадратная рамка. Все записываем в блокнотик, чтобы ничего не забыть. 400 тенге. Будет как будет, а будет ништяк. Ко всем приходит чувак не пресняк. Брось ты, не парься, ведь всяко бывает. Музыка жить и любить помогает. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка. Ну что, первые кадры? Вот она. Страшная машина, которая фиг поймешь, как работает. Уже заведились прикуриватели. Первые километры на пассатижах. Луч стоит вверх ногами. Карбюратор непонятно как работает. Непонятно как переключается кулиса, потому что тяжело очень переключается. Она и болтается, и что-то салам, короче. Вот. Ну, не знаю, короче. Печка не работает, контактная группа парится. Вот так вот покупать старые ведра. Задешево. Ну, вон, видите, уже неотъемлемая часть этой машины — это провода. Сегодня я на ней никуда, конечно, не поеду. Сейчас довезу ее до стоянки, поставлю, и пока не разберусь со всеми недочетами, на нем ездить нельзя. Ну, а что мы по итогу имеем? Сейчас мы вам покажем, что по итогу мы имеем. Покупая старое, дешевое, немецкое ведро. Можно взлететь, а можно упасть.